Приветствую вас, Виктория. Смотрите, я прочитал вашу ситуацию, да, ваш вопрос. Вы, значит, по сути, не задаете вопроса. Вы просто пишете, что я не знаю, как вести себя дальше. Вот, и мне кажется, что глобально проблема заключается в том, что вы хотите семью ребенка, вот, и вас это напрягает, то, что вы не можете получить семью ребенка. Для вас это важно, значимо, и, по сути, мужчина является способом, средством, если угодно, для того, чтобы это получить, чтобы получить семью и ребенка. И я склонен думать, что это, знаете, сверхмотивированное такое вот желание быть человеком, сверхмотивированное такое желание быть с мужчиной для того, чтобы жену, чтобы семью и ребенка получить вам, то вы стали женой. Вот. А я думаю, что необходимо разобраться сперва, зачем нам ребенок и семья, вот, что они для вас значат, и насколько вы заинтересованы именно в этом, насколько вы заинтересованы в мужчине, потому что есть у меня такое ощущение, что вот именно мужчину, кратко, вы принимать не готовы. Вот, то, что вам нужна, да, семья, вам нужен ребенок, вот вы этого хотите, но вот мужчина вас интересует, ну, поскольку только как вот, ну, только как средство для, ну, получения того, что вы хотите. Вот. Такой вот момент, и, в общем-то, ваше напряжение, оно понятно, то, что вам не нравится, что он ничего не предлагает. Вот, в отношениях вы находиться просто так, ради процесса, ради возможности делать человека счастливым, не готовы. Вот. Но это уже определенная не свобода, это уже определенные ограничения, и как результат вы уже не чувствуете себя естественно, вы уже не чувствуете себя спонтанно. Вот. А в отношениях очень важно быть естественным и спонтанным, и очень важно не думать вообще о будущем, не думать о том, что там будет, и просто наслаждаться тем, что вы можете сделать человека счастливым, если вы действительно его любите. Вот. А дети и семья имеют смысл, имеют основания только когда оба человека этого хотят, и когда это не является, скажем так, краеугольным камнем в отношениях, да? Вот, поэтому так я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. Примерно таким образом. То есть вам нужно разобраться в себе, понять, что вы хотите для себя, что вы хотите для мужчины. Вот, и вести себя дальше в соответствии с тем, что вы хотите для мужчины. Вот. А если вы именно считаете, если вы именно считаете, что между мужчиной и женщиной, что у мужчины и женщины обязательно должна быть семья и обязательно должен быть ребенок, если вы считаете, да, если вы убеждены, что так должно быть, это одно. В таком случае вам нужно просто донести это до своего мужчины. Но в таком случае, ну, важно иметь в виду, что вы выстраиваете отношения не духовно-эмоциональные, а коммерческие, по расчету. И в этом случае ситуация будет складываться совсем иначе, нежели чем при выстраивании духовно-эмоциональных отношений. Вот.
Я надеюсь, что вы это для себя, выявите. Вот. Такая вот история, такой момент. Дальше. Значит, вы пишете, что познакомились с мужчиной, он на разводе, есть до 14 лет, жена ушла к другому. Значит, смотрите, это травма, если жена уходит к другому, то есть, по сути, это измена, да, можно, наверное, так сказать, что это такая вот измена, разрыв. Вот, и такое, быстро не уходит. Вот. Поэтому необходимо здесь иметь в виду, что человек вот, в какой-то степени травмирован тем, что произошло. Очень важно, чтобы он это отпустил. Вот тут я не верю, что он это отпустил. Дальше. Мы начали жить месяц спустя месяц. Это достаточно, в общем-то, быстро, и здесь мне хотелось спросить, к чему такая спешка. Значит, через месяц он сказал, что не готов пока к совместному проживанию, и предложил взять паузу свою дочь, которая хотела жить с ним. Но мужчина просто не хочет серьезных отношений, что, в общем, вполне нормально и логично. Сейчас мы встречаемся, дочь у него остается несколько раз в 2 недели, и разговариваем, строит общие планы на будущее, на замуж не предлагает, жить вместе тоже. Меня вот это напрягает. Чем напрягает? Пытался поговорить, говорит, не давить на него. Мне 30 лет, хочу ребенка семью. Зачем? Любим друг друга. Ну, вы можете говорить про свои чувства, и, как я уже сказал, важно их исследовать, что именно эти чувства из себя представляют. Вот, я понимаю, что его эти отношения устраивают, не знаю, как вести себя дальше. Разобраться в себе, а потом адекватно обозначить свою позицию и дать мужчине уже возможность активно или пассивно отреагировать. Вот и все. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.